беспредел. Самый настоящий. Проходим. Девушка домой. Девушка идет домой. Дергайте меня. Что вас не дергает? Вот машина, пройдемте. Давайте вместе. Попробуйте только меня тронуть. Девушку отпустите. Так, не забирайте, ребята, пожалуйста. Что как лошадь себя ведете, да? Люди, разгоните меня. Девушка, девушка, что вы творите, ребята? Не трогайте сестру! Блядь, не трогайте сестру! Не трогайте! Сестру не трогайте! Не трогайте! У нее там не Добрый день, друзья! Плохо для активистов закончилась попытка собрать подписи против введения в стране дистанционного образования на постоянной основе. Я напомню, что сейчас это одна из самых волнующих всех адекватных людей проблем, наряду с возможной принудительной вакцинацией, наряду с возможной принудительной чипизацией. И вот дистанционное образование, которое, конечно, негативно сказывается на качестве образования наших детей и внуков. Я сам, как учитель, исключительно против введения этой системы на постоянной основе. Сейчас, несмотря на все попытки и стремительное разрушение системы образования, она деградирует не так быстро, как это хотелось бы многим. У нас есть целый пласт учителей, которые работают от души, от всего сердца, они вкладывают в детей. И многие вещи можно сделать непосредственно, глядя ребенку в глаза, особенно что касается мотивации детей, особенно что касается разговоров каких-то о жизни. Дети, находясь в школе, позволяют родителям ходить на работу. Это целый комплекс факторов, который делает необходимым для нормального функционирования общества современную школу, в которую дети приходят и находятся там половину дня. Друзья, главное, что нужно понимать, что касается дистанционного образования. Все эти проблемы, что чипизация, что вакцинация, что дистанционка, что многие другие вещи, они решаются только одним способом. Нам нужно менять систему в целом. Потому что вот главный смысл для наших властей сделать дистанционное образование, угадайте какой? Сэкономить. Вы представьте, главные расходы на образование чего касаются? Что нужно содержать физические школы, а там уборщицы. А вы представьте, сколько денег получит бюджет, если он тысячи школьных зданий по всей стране просто возьмет и продаст. Вы представляете, какая это отличная бизнес-схема. Это как у нас в 90-е приватизированы были практически все детские садики. Потом пришлось восстанавливать, потом пришлось строить новые здания и выкупать старые. И что-то похожее вполне может повториться у нас опять, только теперь со школами. Почему так? Потому что мы живем в государственной системе, главное для которой не потребности человека, главное для которой извлечение выгоды. Люди, новая нефть, мы слышим этот лозунг уже не первый год. Он развивается, это его новое продолжение. Единственный вариант избавиться от всего этого – это построение новой государственной системы. И если вы слышите любые разговоры, которые касаются чипизации, вакцинации, дистанционки, первое, что нужно спросить, что спикер предлагает делать? Не обсудить, не книжки почитать, не найти новые факторы о том, какие они там наверху все плохие. Да знаем мы уже, какие они все наверху плохие. Вопрос в другом. Делать-то мы что будем? Если человек не призывает вас выходить на митинги, собирать подписи, я поддерживаю то, что они делали, не поддерживает становиться наблюдателем на выборах, вступать в политические партии, активизироваться в борьбе, хотя бы в информационной, каждые ваши лайки, репосты, комментарии на Ютубе, это уже помощь. Вы понимаете, информация, мы больше людей разбудим совместными усилиями. Но если человек этого ничего не предлагает, то в чем его план, в чем стратегия? Может быть, какие-то другие есть способы? Владимира Владимировича, что ли, уговаривать, просвещать его? Вот это очень у многих конспирологов, я не буду фамилии сейчас называть, может быть, вы сами догадаетесь о ком. Они никакого плана не предлагают. Они говорят о том, что у нас Владимир Владимирович в курсе, и вот-вот либералов заменит. Вот-вот у нас будет другое правительство. Вы в это верите, друзья?
Слушайте, я только что поговорила со следователем. Вызывайте повестку. Я пойду домой к детям. Девайте повестки. Я вам еще раз объясню. Хорошо, но вы не переживайте за меня. Моя же статья. Вызывайте повестку. А какая девушка? Статья, вот объясните, пожалуйста. А зачем вы это сделали? За что? Зачем вы это сделали? Вот за что, скажите? Зачем? Вот за что? Зачем? На каких основаниях? А следующий на что губернатор? Да мы никому не сделаем. Мы подошли, подписали против дистанционного обучения. Все. Вот тогда будем говорить о докладе. Так мы отошли, мы подходили, подходили по очереди на расстоянии вот к такому другу. Из-за вас собралась вот эта вот масса, вот это вот собралась. Из-за вас. Сейчас вы провоцируете. Это все происходит сейчас. Из-за вас. Пока вас не было, пока вы не стали... Люди подходили и уходили. Никакой толпы не было. Мы подходили по одному, девочки. Девушка, вы не уедете. Девушка, вы не... У девушки трое детей, она едет домой. Девушку ждут дети. Не надо ее заменять. Объясните мне, пожалуйста, вы что творите? Вы что творите? Идите, блин, насильников ловите в конце концов. Бандитов, блин, ловите в конце концов. Чего вы мирных граждан, блин, начинаете вот это вот творить? Уже сколько раз женщин, что ли, под руки? Им же свои надо. А мы стримим. Я не давала. А вы меня зачем снимаете? У нас вообще полтора месяца. Оклад свой отрабатывает? Материей сажать. Вот идите, действительно. Стоят три. Так вот, тем более, девушка тоже ждет дома, дети. Вы понимаете, что уже, да, время у нас, в принципе, время у нас прошло, когда мы планировали уезжать. Детей моих сейчас вы пойдете сидеть? Девушка, вы сейчас вмешиваетесь в работу сотрудников полиции. Вы не мешаете. Не работаете. Вы беспредел творите. Вы не работаете. Все, давайте, проходим. Беспредел, самый настоящий. Проходим. Девушка домой. Девушка идет домой. Девушка, не мешайте. Не дергайте меня. Что вас не дергает? Автомат. Вот машина, пройдемте. Давайте вместе подойдем. Давайте вместе. Попробуйте только меня тронуть. Девушку отпустите. Так. Не запирайтесь, ребят, пожалуйста. Что так лошары себя ведете? Люди разгонят. Только меня. Девушка, девушка, не пойдите горять. Да вы что творите, ребята? Не трогайте сестру. Блядь, не трогайте сестру. Не трогайте. Сестру не трогайте. Не трогайте. У нее там не Успокойтесь, ё-моё! Полиция, звание, фамилии! Куда
вы ведете человека, блядь? Да кто забирал? Кто забирал фамилии, блядь, звания? Все сюда. Фамилии скажите вам! Твари бессовестные, блядь! Фамилии, звания, сюда с телефонами! Быстро давайте сюда фамилии, звания, по отделению вас. Кто забирал? Пошли сюда. Вообще, снимай значок. Значок снимай кто? Представьтесь. Женщина, представьтесь. Я же говорю, вы не спрячьтесь никуда, слышите, вы, блядь, прокляты. Ради галочки, твари вонючие, блядь. А вы хули стоите, мужики, блядь, с ёбаными вот такими, блядь. Мужики, блядь. Идите вон в Осетии поучитесь, блядь, или где-нибудь вон в Ингушетии, нахуй. Нет, не требует согласования, женщину за что забрать? Вот пускай освоит. Вот, пожалуйста, одиночный пикет, не требовавший согласования никакого, разогнали. Одиночный пикет разрешен по закону. Также, сбор подписей же был просто. Сбор подписей. Одна женщина собирала подписи. Какого согласования ни с какой администрацией не должно было. Это не митинг. Даже если это одиночный пикет, сбор подписей, что является, в принципе, ну, пикетом. Они их в первый ГОМ повезут. Надо и нам туда идти.